Сегодня мы решили сыграть в экстремальные прятки, суть которых заключается в том, что тот, кто прячется, становится лилипутом. И он может находить самые необычные места, в которых можно спрятаться. А тот, кто ищет, становится гигантом, и ему нужно найти и догнать лилипута. Но получится ли у нас найти друг друга? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, по вашим многочисленным просьбам, сегодня мы с Флаской будем опять играть в прятки гигантов против лилипутов. Вот знаешь, ты постоянно любишь меня бить, вот я тебя... Вот я скоро буду получать удовольствие от того, что я тебя бью. Все, тихо. Так, я нажимаю кнопочку «Начать прятки», и сегодня, ребят, у нас абсолютно новая карта, которая, к тому же, и двухкомнатная. Так, первым делом я хочу найти себе какое-нибудь место, и знаете что? Здесь мест нереально много. Вот это, конечно, прикольное, но не очень прикольная. Слышите? А чё, если туда залезть? Туда можно залезть? Куда? Куда? Там уж собрался ныкаться. Блин, да отсюда неудобно запрыгнуть, а у меня уже времени мало. Времени мало? Сейчас. Блин, сейчас. Фласка, а можешь вниз голову опустить, пожалуйста? Ну давай, время. И уши закрыть. Ну как я уши закрою-то? Ладно, все, я спрятался. Господи, ребята, это просто жесть. Ну давай, начнем с нашего самого любимого, кровати, да? Кровати? Ты думаешь, я настолько банален, что спрячусь в кровати? Ну вообще, кстати, может быть, ибо ты банален. Ты ничего не слышала сейчас, надеюсь? Что я слышала? Ты что-то сделал? Да не, ничего не делал, все нормально. Ну слушай, пока смотрю, не вижу тебя, ты меня видишь? Да, я тебя вижу. Прямо очень хорошо вижу, вот ты рядом с замком стоишь. Не понял, то есть у нас есть с тобой зрительный контакт? Не, у тебя нет, а у меня есть, потому что я на F5 смотрю. Ой, а зачем я это сказал? То есть ты где-то зачем-то, да? Да, и причем я, когда ты ходишь рядом со мной, я хожу по кругу вокруг чего-то этого. В смысле? Это что, какой-то замок, что ли? Нет, я точно не в замке. Ой. А где этот? Где это ты вокруг ходишь? Ой-ой. Ах ты маленькая жопа сутулая. Ну давай, иди догони. Прячься, давай. Тебе... Да не, я не буду перепрятываться. Тебе нужно теперь меня попробовать найти. Так найти или его догнать? Да догоняй, ищи, все, я уже спрятался. Не понял. Время тик. Так, ты можешь меня прям сразу гасить, как только найдешь, чтобы у меня не было шанса. Ой. Так по тебе попасть сложно. Хитбокс тут какой? Милипусечкины. Ты где? Так, ну я точно не на кухне, на которой ты сейчас находишься. Как ты не на кухне? А где ты можешь туда быть? Опа. А где я? Слушай, а под большими диванами так удобно перебегать на другую часть карты, я тебе скажу. Зачем я это сказал? Что, под диваном? Так я тебя тут не достану. Я не под диваном. Диван, правило, диван можно использовать только для перемещения. Ты меня видишь? Ой-ой, мне кажется, мне жопа. Да сюда вертится, крутится такой. Ты меня видишь? Ну ладно, давай бей. Когда ты сам вышел ко мне, мне даже не хочется, не буду. Да давай, а то время выйдет. Давай я тебя побью, чтобы ты меня отомстила. Давай ты сделай вид, что там грустно. Давай, я хочу тебя очень сильно поискать. А, так ты хочешь поискать, то так и сказал бы, ёшкин ты кот. Давай. Да я застряла в дырке. Бей. Давай. Ура, так, возродиться. Победила Фласка, ну в принципе ничего необычного. Давай, нажимай кнопку. А ты попласи. Ты что, издеваешься? Давай, нажимай, и будем прятаться. Так, а, ребят, пока Фласка прячется, я вам скажу, что у нас открылся, наконец-таки, мерч. Там есть футболочки, штанишки, всякие рюкзаки и куча-куча всего интересного. Даже блокнотики, тетрадочки. Очень красивый мерч. Если что, ссылочка в описании, можете ознакомиться. А если что-то понравится, то можете порадовать себя или своих близких. Вот. Я хочу рюкзак купить. Так, ты спряталась там? Да я, да, уж спряталась давно, слушала, как ты красиво рассказываешь. Вот даже самой захотелось. Ой, правда, у меня и так дома куча всего. Так, ну хорошо, давайте-ка посмотрим. Ага, а кто это у нас тут в дырочке? Скретчи, я часть корабля. Часть корабля? О, я вижу бутылку, но здесь не корабль, здесь какая-то лягушка с деревом. Ну че, ну не в прямом смысле часть корабля. Часть корабля, то есть я слилась с чем-то. Ты слилась с чем-то? С тумбочкой? Или с... Чего? Тут дырка в тыкве. Угу, хорошо, в тумбочках, в полочках тебя нету. Ты, кстати, тут...
тут еще можно спрятаться прям внутрь крана, и только ударом меча можно определить, что что-то не так. Фига тут нычка! А еще раз можно, я вообще ничего не понял, скрычи. Да все, неважно, подожди, а тут вот эту вот штуку надо бы вот эту вот снести маленькую. Ладно, этим мы займемся немножечко позже. Для начала нужно найти флаз. Ага. А что там за штуку и зачем ее сносить? Дай лесенку одну, чтобы удобнее было забираться. Смотри, мне кажется, ты могла в какое-то растение залезть. Нет. Слышь, а ты вообще где? Тебя реально нигде не видно. Я часть корабля. Да я понял, что ты... Подожди. Так, в замке тебя не видно. Нет, меня там нет. Ага, под кроватью тебя тоже. Часть корабля, значит. Да, блин, а это нереально как будто найти тебя. Ты прям очень жестко спряталась. Да нет, ты просто эту дырдочку еще не просматривал. А, я еще не просматривал эту дырдочку. Ага. Че там? Да, дело в том, что я тебя как бы найти не могу. Ты... А ты на кухне или в комнате? А ты... В комнате. В комнате? Реально? Да чего ты удивляешься? Или ты всю комнату просмотрел и да? Парень удивился? Я всю комнату просмотрел. Ну, значит, плохо. Плохо просмотрел, да? Тик-так! Скрэч, как ты любишь говорить? Тик-так! А вот реально тик-так-то. Тик-так. Кстати, в люках можно во всех прятаться, даже в текстурке люка, потому что они открываются. Так. Слушайте, ребят. Нет, тебя тут тоже нету. Скрэчи, я часть корабля. Да какого корабля? Тут нету кораблей. Я часть текстурки. Я в дырочке. Ты часть текстурки. Не надо, посиди меня, я такая маленькая. Я же тут проверял, тебя тут не было, или там ты проход? Ты тут не проверял. Я весь забег смотрю вот так вот, и тебя тут не было, не надо. Ладно. Не надо, пожалуйста. Прости, Фласка, но я хочу попрятаться. Пям! Ну, суть пряток, найди и убей. Я убью тебя, извините, забыл. Я прятаться. Фу, ребят, я тут пока Фласка пряталась, нашел офигенное место. Вот, я спрятался, ты никогда в жизни меня не найдешь. Вот это место, ё-моё. Так, значит, перепрятывайся, зачем мне тебя... Точнее, стой, погоди, нелогично, если никогда в жизни не найду, то в чем смысл пряток, а? Не-не-не, ну ты можешь меня найти, но мы это место с тобой ни разу не проверяли. А время тик-так, тик-так. Это то самое чувство, когда тебе нечего сказать, да, Скрэчи? Нет, это то самое чувство, что я спрятался просто идеально. Но если ты спрятался где-то в баге, еще бы. Не в баге, вот точно не в люке, куда ты сейчас залезла. В люке, а где тогда? Не в люке, Фласка, не в люке. В этом? И не тут. Очень хотелось тебя сейчас пнуть, но я не стал этого делать. Пнуть? Так ты что, рядом, что ли? Нет, я б не достал, но поэтому и не пнул. Ну, блин, ты типа тоже часть корабля, да, Скрэч? Ну, блин, зачем я сказал? Это такое идеальное место было. Давай, ты меня еще не поймала, Не, на самом деле, ты чисто трешня. То хотелось тебя пнуть. Что значит, что где-то рядом ты все, я начинаю изучать. Я честно, но я не думала даже смотреть туда. Я просто начала думать, а где ты рядом можешь быть? Где? И бамс, привет. Ну давай, ищи меня, ищи. Я успел убежать, перепрятаться. Как куда ты успел? Я тебе дала возможность успеть перебежать, ёшкин ты кот. Ну ты прикал. Скрэчи, тут куча всего. Ты почему ты на самом видном прячешься? Ну ты прикалываешься. Ладно, все, бей меня, бей. Да ну нет, ну спрячься нормально. Я сейчас спрячусь так, ты меня в жизни не найдешь, хорошо? Нифига подобного, в текстуру не надо прятаться, давай. Не подглядывай. Мне нельзя доверять. Я смотрю, я всегда третьего лица. Я спрятался. Ну давай, попё. Да ты чего? Я не знаю, как это происходит. Ты с читами. Все, убивай меня, убивай. Я не хочу больше прятаться. Иди сюда, вот сюда залезь. Ребята, вот объясните, вот как так вот эта вот маленькая засранка, ну вот как она так ужасно прячется? Ладно, вот смотри, вот сейчас ладно, но следующий раунд я спрячусь так, что мам не горюй, давай, убивай. Да где-то, погоди, объясни. Я просто не хочу тебя убивать, потому что ты сейчас пойдешь прятаться, и мы с тобой это не обговорим. Почему? Ты говоришь, я сейчас офигенно спрячусь, ты нафига вот тут спрятался? Мы никогда в тумбочках не прятались, и ты первым делом решила проверить. Ну, совпадение? Не думаю. Ладно, давай, иди сюда, малой. Давай, бей меня уже, бей. Прощай. Все, вот смотри, вот сейчас ты прячешься, я тебя очень быстро нахожу, а вот в следующем раунде я спрячусь так, чтобы все, и ни одной подсказки я не дам, понятно? Ему жопа, ребята, он меня не найдет. Дай, зачем, погоди, дай подумать, где можно спрятаться, чтобы меня точно не нашел. Так нечестно. Чё? Так я не понимаю, это что за несправедливость? То есть вы поняли, он говорит, ты меня никогда в жизни не найдешь. Я говорю, сейчас ты меня не найдешь, и он такой, ну так нечестно.
Это что такое? Все, давай нажимай кнопку, я готов тебя искать. Нет, вначале скажи, ты будешь нормально прятаться, либо читерно? Нет, я нормально спрячусь. Но я тебя не найду. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Давай, так, дай подумать, Клэти. Все, я спряталась. А, ну, осталось еще довольно-таки много времени, так что, ребят, встретимся, как только оно подойдет к концу. Время подходит к концу, и я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Короче. Да-да. Только давай, как ты меня найдешь, прям вот моментально, не убивая, то ты любишь. Хорошо, но я тебя найду очень быстро. Я проверяю все люки. Нет, погоди. А почему ты именно вот утверждаешь, что очень быстро? Что, в смысле? Ну, ты сказал очень быстро, а чего ты это взял? Что, я тебя найду очень быстро? Да. Чуйка у меня такая, чуйка. Я каждую дырочку просмотрю так, что у тебя не будет возможности ускользнуть. У тебя сгорела попа на то, что ты 3 раза плохо спрятался. Да! А я каким боком? А вот я тебя даже не убивала. Я тебе говорю, перепрячься. А ты из одной плохой нычки в другую плохую нычку. Гений! Так, а ты меня видела хоть раз? Честно, я немножко задумалась и вообще не смотрела на экран. Ты чего? Вообще не смотрела на... Хорошо, я проверю каждую дырдочку досконально. Просто понимаешь, короче, я решила зайти в наш магазин, вот, и листаю. Листаю, что у нас тут есть. Вот. Сидит, листай, чай тебя найду и полистаешь тогда. Ща-ща-ща. Тут тебя тоже. А где? Где-то спрятался. Понимаешь? Скретч просто когда ты сказал, что ты спрячешься так, что я тебя не найду, мне что-то вот захотелось. Нет, нет. А потом ты еще и говоришь, мол, я тебя быстро найду. И у меня как бы, знаешь, вот азарт какой-то проснулся, мол, нет. А, хорошо. Так, я не проверял еще цветочки на кухне, по-моему. Цветочки на кухне, все чисто. А ты меня, ты вообще, типа, в прямой видимости? Ну, я могу на тебя, в принципе, посмотреть, но если я поменяю кадр, ну, то есть... Я понял, ты на F5 смотришь. Ну, ты понял, короче, я тебя не вижу, но, в принципе, могу. Если что, под диваном прятаться нельзя. Я не под диваном. Вот ты по-любому... И не под кроватью. А вот сейчас ты меня видишь? Нет. У меня просто тут есть дырка, в которую не достать. Ну, типа, вот в эти 2 тумбочки не достать, и за тумбочками дырка, в которую не достать. Не, если я тебя увижу, я тебе скажу, давай так. Ну, давай. Подозрительно. Ой, скрычи, ну, походу, как-то, ну, не быстро, да? Тут чертила, вот что так у нее за место? Так ты первый начал! Я на видео посмотрю, где ты спряталась, и буду там же прятаться. Ага, я буду себя проверять это место теперь. Так, а ты уже пряталась в этом месте? Нет. А это в комнате или на кухне вообще? В комнате. В комнате? Да блин, каждый раз, когда ты мне задаешь более четкие такие вопросы, ты меня находишь, как в тот раз, вот в предыдущий раз, где я часть корабля была. Понял, принял. Часть книжной полки я была, понимаешь? Подожди, вот тут я не проверял. Блин, слушай, а ты прям хорошо спряталась в этот момент. Ну, спасибо тебе, конечно, я ж похвала была. Ну да. Прям очень сильно. Подождите-ка. Сильно, мощно. И не в телевизоре. Просто испарилась. А там, в смысле, там есть дырка? Нет, нету. Ты чё, я серьезно тебя не найду? Ладно, скретчи, бахай. Быстрее, я в центре комнаты. Где ты была? А почему ты маленький? Я большой. А у меня ты маленький. Откуда у тебя меч алмазный? Все, я прячусь. В смысле, у меня... А сейчас появился. У меня не было до этого алмазного меча. В смысле, ты видел, у меня алмазный меч был в руках, типа? Да, в руках алмазный меч у тебя был. Я не знаю, это баги, ребят. Вот, ребята тебе в комментариях напишут, не было. Вот что, ты меня не видела, потому что я маленький был. А ну, maybe. Не, ну я вообще удивилась. Ты идешь, причем ты моего роста смотришь вниз, но ты маленький. Я такая, баги. Я не успел. Ладно, я смотрю, не сдавай. Ладно, я уже спрятался, я останусь здесь. Хорошо, я изучаю скретчи. Я не буду читерить. Я как спрятался, как успел, так и будет. А почему читерить? Ты имеешь в виду читерные места? Не, я имею в виду, что, ну, типа, мое время закончилось, я перепрятываться не буду. А, так это не читерство, господи. Если я тебя не вижу, перепрятываюсь сколько угодно. Не, ну хотя, ладно, если я эту нычку просмотрела, ты в нее... Ну давай, догони теперь, догони меня! Ой, ну да. Ты хочешь быть частью корабля, скретчи? Это чё, на взлет идем?
Ну, блин, ну почему ты посмотрела именно в это место? Ну, я просто начинаю изучать с начала. Я досконально изучаю, вижу привет. Я такая, здравствуйте, ёшкин кот. Кстати, а вот тут я пряталась часть корабля. Ёшкин ты кот, а тут так-то меня видно, прям капец. Вот опа, и все. Ну, Фласка, время, блин, ну, это капец, ты мне опять не даешь шанс просто. Ну да, я же не ты, я не жестокий человек. Я такая, ну, прячься, чё бы и нет. Да ну, а в чем прикол? Ну, я тебя сразу убью, и все. А так хотя бы, ну... Вот чё? Это! Офигеть, это очень читерное место. Блин, я не буду... Фласка, смотри на меня, а теперь оп. И сидит под этим. Под диваном вообще не видно, жесть. Но диван это чисто вот идеальная штуковина для того, чтобы перебежать. Это да. Блин, ну да. Ладно, закрой глаза, я перепрячусь по-быстрому. Ой, давай, ёшкин ты кот. Ну какой закрой глаза, отвернись. Вот сейчас самое крутое место найду. Самое крутое место, самое крутое. Это самое тупое место. Я спрятался. Какие все предыдущие, да, скрэч? Давай, скрэч, ищу. Это просто жесть, я не умею. Умею прятаться за лилипутов. Это ужас. Блин, я хочу перепрятаться, потому что... Ща, подожди. Знаешь, что твоя стихия? Прятаться за мобов. Да, вот за мобов прятаться это мое. Все, вот знаешь, все, я спрятался. Да, да. В смысле, ты что, опять перепрятался? Да. Ну, ты, конечно, чертельник, чертельник, конечно, тут еще. Это что за звук? Пошла все лики проверять. Алло, алло. Алло. Ну что, проверила? Да, смотрит в дырку, в которой я уже прятался. Ага. Смотрит на... куда смотрит? Наверх. На люк. Алло. Не понял. Так, погоди. Что мы... Кстати, в домике, вот в этом замке... А где ты? А, чертил, опять ты в кактусе. А, кстати, через него можно убить, вот ударь. Ладно, ты меня нашла уже, можешь меня убить. Рили, через него можно убить. Да, через любые... Ладно, давай последний раунд, я тебя хочу просто ради своего же успокоения найти. Ну ладно, так уж и быть, я спрячусь там, где изи найти. Нет, спрячься нормально, вот самое жесткое место. В смысле самое жесткое? Самое жесткое это читерные места. Не, прячься как хочешь, хоть по-читерному, хоть не по-читерному. Ты серили? Да, я найду где угодно. Так читерный-то фиг найдешь. А я найду. Ну нет, ну не супер читерный, то есть под кровать нельзя, и там, где вообще невозможно то увидеть смысле, нельзя. Под кровать можно. Кровать на изи взял, сломал. Готово? Давай. Да-да. Да-да. Так, я проверю умывальники на кухне, потому что в них тоже можно спрятаться и через них можно убить. Угу. Я должен тебя найти. Если я тебя не найду, то я... Ну, ты... что ли? Заказы с Мисуси! Опять! Слушай, опять. Я постоянно просто это спорю, но ты же не всегда проигрываешь. Блин, что-то Рили так Суси захотела. Ой. Слушай, может быть, не найдешь меня? Найду, найду, не переживай, найду. Так, возможно, ты... Я снял картину, тебя там нет. Тут ладно, дырки. Ладно, так да уж стой. Быть, расскажу. Чё? Ты расскажешь, где ты? Нет, я хочу Суси. Или мы не договариваемся на Суси. Да как хочешь, я в принципе... Ты что хочу? Хочу Суси. Хорошо. Все, ребята, короче. Ждите у меня фотку в Телеграме, как я сказала Суси. Ну, либо просто постик об этом. Ой, как я вкусно покусаю. Надеюсь. Открываем холодильник, тебя нет. Слушай, звуки страшные. Это я холодильник открыл. Ты сам сказал мне прятаться, ну прям хорошо. Ну то есть, обычно нычки, вот где ты любишь прятаться, это что-то на открытой местности. Ну то есть, прям, это просто дырка, и тебя видно. Ну да. Понимаешь? И, ну как бы надо же по-читерскому, правильно? Правильно. Нет, не надо по-читерскому. А тебя вообще возможно-то увидеть, читер? Ну, мне кажется, скорее всего, нет. Это может быть под определенным ракурсом. Вот это ты придумала, конечно. Молодец. Я хочу Суси, не бей меня. Я сношу диван. Зачем? Чтобы посмотреть вот тут дырочки. А вот все, диван теперь будет укороченный. Зачем укороченный диван? Чтобы тебя найти. Не надо, я хочу Суси. Да что, у тебя настолько читерное место? Ну ты сам сказал, хорошее место. Заныкайся, я заныкалась. А ты уже там пряталась, да? А, нет. А, кстати, хотела рассказать. Вот в тот раз, когда ты сказал, я тебя очень быстро найду. А еще ты сказал, что я спрячусь, а что ты меня не найдешь. Я спряталась в картине в тот раз. Ну а чё? Ты сам сказал. Ты начал выпендриваться. Я не люблю, когда скажешь. И у тебя сейчас подобное место, да? Тоже фиг этот найдешь. Откуда ты выбежала? Ты в двери пряталась, то есть в открытой, да? Как варик. Не надо, я хочу Суси.
Люси. Ладно, ладно. Не, ну рели, в принципе, ребята. Хорошо, да, убью и закажу. Выйди. Нет, 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 не убивай, не убивай, не убивай. Давай прям так и попрощаемся. Только дай я спрошу у ребят. Короче, ребята, ваше мнение. Ну там бы он меня не нашел, правильно, правильно. То есть, по сути, как бы, ну я как бы выиграла, но, а как бы и читерно. Я не знаю. Напишите в комментариях ваше мнение. А ты это, давай там. Я заметил, нормально, что в твоих прятках постоянно я выигрываю, а в моих прятках ты постоянно выигрываешь. Это закон подлости. Да, короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Флаточка и Скретч, не маши мечом. Всем удачи и всем пока. Вот она, мелюзга убежала. На-н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 а. Да-да.